В районе Шиамары лихой водитель перевернул машину, уходя от полицейской погони. Молодому человеку удалось избежать серьезных травм, но не проблем с законом. Белая Toyota Mark II поздней ночью направлялась с территории Шамаровского пляжа в сторону Владивостока. Возле стационарного поста ГИБДД сотрудники госавтоинспекции решили остановить подозрительный автомобиль, но рулевой Марка повел себя неожиданным образом. Он нажал на газ и попытался скрыться. Полицейским пришлось устраивать настоящую погоню за нарушителем. Настигнуть Марк удалось через несколько километров. Уходя от преследования, водитель седана не справился с управлением, и машина сошла с дороги и перевернулась. Однако сам хозяин Toyota видит ситуацию совсем в другом свете. Короче, я ехал домой, они меня догоняют, давай подрезать, вот полиция. Я, короче, срезал и бах-бах-бах в кусты улетел. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Тема откуда такая. Куда двигались? Я двигался Шамарой в сторону города. Также Леонид заявил, что вообще не понял, почему его начала преследовать полиция. На требования сотрудников почему не остановились? Да, требования сотрудников никаких не было. То есть за вами просто погнались? Да, просто погнались и давай догонять. Вон он стоит, улыбается. Он догонял. И все, такая тема, они меня догоняют. Короче, все, я убился там. Ну, слава богу, не умер. Там бах-бах-бах, перекувыркался. Они меня достают с машины и давай. Стоит отметить, что молодой человек находился в приподнятом настроении, и от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Пользуясь случаем, передаю привет всем, кто меня знает. А сам откуда? А сам вот отсюда, видите, из заплывшего глаза, вот эта деревня. Хозяину автомобиля неслыханно повезло. В момент удара машина получила крайне серьезные повреждения и теперь не подлежит восстановлению. Однако ночной гонщик отделался лишь несколькими ушибами.